Ом про найголовніше підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані, що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент вся Україна переживає трагедію, і зараз по всій Україні, в даний момент, коли я записую це відео, йдуть воздушні тривоги, і предупреждають. Министерство обороны предупреждает местные власти, граждан Украины не игнорировать сигналы воздушной тревоги, поскольку есть реальная опасность нового нанесения ударов калибрами, как это произошло сегодня уже с Винницей. Вы знаете, чем сегодняшняя трагедия, в общем-то, отличается? Последний раз подобный всплеск эмоций был после теракта, который тоже с применением калибров русские оккупанты Устроили в Полтавском городе Кременчук. Тогда тоже погибло несколько десятков людей. Был уничтожен огромнейший, просто огромнейший торговый центр, который находится недалеко от железнодорожного вокзала Кременчуга. И сегодня, в общем-то, чувство похожие, но они куда острее, поскольку. Никакого военного значения те объекты, по которым наносились эти удары, не несли. Более того, то, что это было не случайное попадание, подтверждает то, что две ракеты «Калибр» ударили в одно место. В одно место убив и покалечив десятки мирных украинских граждан. Никаких военных там не было. Ну а сегодня я хочу с вами поговорить, собственно говоря, о причинах этого обострения, почему посольство США издало ноту, ноту в которой э, попросила американских граждан не приезжать в Украину и немедленно покинуть ее территорию и при этом в этом самом обращении, которое сделало американское посольство, они э, призвали уехать, э, заявив о том, что здесь цитирую: ситуация с безопасностью по всей Украине продолжает быть жестокой и непредсказуемой из-за продолжающихся военных атак со стороны России активных боевых действий в стране и неопределенных условий безопасности. Нужно уехать, используя частный наземный транспорт, если это безопасно. И пишут о том, что следует избегать любых больших собраний, организованных мероприятий, поскольку они могут стать российскими военными целями где угодно в Украине, в том числе и в западных областях. И вот здесь... Я бы сделал особый акцент, почему американцы неожиданно издали эту ноту предупреждения. Впервые, кстати, с февраля. Ну, понятно, на протяжении января-февраля призывали сначала американцы, а потом другие западные посольства, своих граждан покинуть территорию Украины. И уже тогда было очевидно, что война приближается. Правда, не для всех это было очевидно. И мы сейчас понимаем, что эти предупреждения не были простым сотрясением воздуха. И, естественно, вот эта информация, она очень тревожна о том, что американское посольство, которое уже само вернулось в Киев, и все западные посольства стран ЕС вернулись, и тут неожиданно появляется вот эта нота, нота к американским гражданам уезжать. Из-за чего, казалось бы, какова причина этого? И вы знаете, я нашел ответ на самом деле на этот вопрос. И очевидно, он связан с тем, что он публично пока не озвучивается, с ядерным шантажом со стороны Путина. В течение, я проанализировал, в течение всего апреля, а потом в конце мая, российские ракеты, в том числе «Калибр», летали в опасной непосредственной близости от украинских атомных станций. Их в Украине осталось всего пять на сегодняшний день. Две на западе, это Хмельницкая и э, Ровенская, одна возле Киева Чернобыльская, и две на юге, это Запорожская, сейчас захвачена, единственная захвачена россиянами, и Южноукраинская, находящаяся на территории Николаевской области. Кстати, у них почему-то была стратегия с самого начала войны, а на самом деле не почему-то захватывать атомные станции. Они захватили изначально Чернобыльскую АЭС, захватили Запорожскую АЭС и рвались. Через Вознесенск рвались в Южноукраинск, там где находится вот эта самая атомная станция. И мы понимаем, что это было совершенно не случайно. И э, то, что сегодня наносился удар по Венеции, который, кстати, э, надо сказать, с начала войны атаковали всего дважды. Один раз ракета пролетела на военный аэродром в Венеции, но это было все военные аэродромы обстреливали ракетами, поэтому это было удивительно. И одна ракета еще прилетела в Винницкий телецентр. Все, больше ни одной ракеты на территорию Винницы не попала. Правда, несколько летело, но эффективно работала система ПВО сбила. Вот, видимо, сегодня две ракеты сбила, но три не смогла. И вот сегодня это прилетает по Виннице. Я стал анализировать, почему эта ситуация возникла и как это может быть связано. А вот ответ. То есть, вот то, что ракеты летали, и вдруг неожиданно сегодня я открываю новость и вижу в контексте. Она появляется сегодня в пол девятого вечера. Австралия и Франция передали Украине средства радиационной защиты. Казалось бы, через Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. А какая связь? Об этом заявил генеральный директор МГТ Рафаэль Гросси. Он уточнил о том, что речь идет о, о большом количестве средств индивидуальной защиты 160 дозиметрах, мониторах радиационного загрязнения. Австралия передала свое оборудование бесплатно, а Франции его, у Франции его приобрела МГТ. И вот, собственно говоря, у меня немножко ситуация, пазл, пазл сложился, ситуация стала, в общем-то, достаточно понятной. А что, если мы предположим, что причина вот этого издания нот американского посольства сегодня после Винницкого теракта сразу связана с тем, что либо у американцев появилась информация, поскольку, мы понимаем, у них очень качественно работает разведка, в том числе средств перехвата, либо они получили по своим каналам, предупреждение от русских о том, что целями атак следующих ракет могут стать атомные станции. И тут я стал анализировать. То есть это все появляется в течение дня. Сначала вот этот теракт Винницы. Летят эти калибры, 5 ракет, три из которых попадают. Потом информация о МГТ передачи вот этих костюмов радиационной защиты и мониторинга. И потом заявление посольства США вечером неожиданно. Если мы посмотрим на карту, то мы поймем, что из всех атомных станций, которые могут подвергнуться соответствующей атаке, наиболее вероятной атаке может быть подвергнуться Хмельницкая атомная электростанция. Почему? Ответ очевиден. Ровенская находится очень близко от белорусской границы, всего 50 километров. Мы понимаем, что если будет наноситься удар, ну предположим, даже не с территории Беларуси, а с акватории Черного моря, неважно. Загрязнение будет 100%, какой бы ни было роза ветров, он пойдет на Беларусь. Причем это будет очень сильное загрязнение, все западные области, там Брестская и так далее. Чернобыльская тоже близкое нахождение к Беларуси. Запорожская очень близкое нахождение к оккупированному Херсону, плюс будет полностью загрязнена акватория реки Днепр, а это вода, которую они берут, в том числе забор для Северокрымского канала, ну и Крым близко, тоже не подходит. Южноукраинская в районе Николаева. Тоже маловероятно, опять же, близость к Крыму и тому подобное. И остается Хмельницкая, которая наиболее далеко расположена, скажем, наиболее западная в данном случае. И она максимально удалена от границы с Беларусью. И вот предположим нанесение удара по этой станции, оно имеет как раз таки э -э полный смысл, поскольку если будет разрушена Хмельницкая атомная электростанция, в таком случае загрязнение пойдет на Западную Европу и в таком случае э -э Путин реализует свои угрозы. И вот так эта как бы, картина складывается. Еще раз повторю, это мое предположение, которое строится на основании фактов, которые произошли в течение очень короткого периода времени, которые сложились сегодня. И это дает мне основание сделать такой вывод. И тогда мы можем понять, почему сегодня неожиданно были в том числе, опять же, смотрите, ослаблены американские санкции, в частности, было сняты санкции с одной из дочек Газпрома, а также было... Сегодня принято решение о снятии частичных санкций на поставки медикаментов в Россию. Понятно, что трек дипломатически закрытый между американцами и россиянами сохраняется. и поэтому трек уйдет очень много информации, которая является непубличной. мы получаем ее с некоторым опозданием да, через инсайды, когда американская администрация ее начинает сливать в западную прессу. и вполне возможно, что если мы предположения предположение верны, то мы в ближайшие дни или часы этой информации, подтверждения какое-либо получим. В любом случае, этот ядерный шантаж абсолютно очевиден. Еще раз повторю, в течение последних месяцев Россия целенаправленно обстреливала делая так, что ракеты пролетали в непосредственной близости. В частности, 22-го Южноукраинская, я посмотрел специально, АЭС, 25-го Хмельницкая АЭС, 25 апреля. И, наконец, еще раз в конце 25 июня пролетел опять же в районе Южноукраинской АС это в Николаевской области. То есть, они уже эти предупредительные залпы делали. Это такая, знаете, игра на нервах. А вот сейчас после Винницы, очевидно, американцы посчитали, что это возможно? Кроме того, мы не знаем траекторию полета этих самых ракет, которые шли на Венецию. То есть не исключено, не исключено, что а, была разная информация. То ли они шли на Житомир, а потом ударили по Виннице. А вполне возможно, американцы, которые видят всю их траекторию на спутниках, посчитали наоборот, что они шли как раз таки на одну из атомных электростанций. Возможно, Хмельницкую. И в последний момент, а Винница от Хмельницкого находится ну, вообще рядом. Это соседние области. Соседние там расстояния... Ну, минимальная, будем так сказать. И поэтому, возможно, эта ситуация американцев подтолкнула выдать вот это протокольное поручение немедленному немедленном отъезде всех американских граждан из Украины. В любом случае ситуация крайне тревожная. И уже с утра будем продолжать с развитием этой ситуации, возможно, какие-то подробности появятся. Россияне, насправді, до вторгнення в Украину нагнали дуже багато Своїх кораблів в чорне море і не лише з Балтійського туди перегнали якісь боєздатні судна, але навіть з тихоокеанського флоту, начебто, на навчання. Ми тепер вже бачимо протягом чотирьох місяців, що це за справді насправді за навчання. Деякі кораблі справді дуже серйозно постраждали від нашої, пер за все, біргової. Оборони, але тут ну, ситуація така, що західний світ і теж саме НАТО, і Сполучені Штати, і Великобританія і інші члени НАТО, які мають потужні флоти, вони ну, допустили таку ситуацію. І в момент, так би мовити, російської агресії їхні кораблі не перебували в басейні Чорного моря. Якби було трохи інакше, можливо, і події розвивалися б дещо інакше. Тому тут нам, в принципі, є, є чим докоряти нашим західним партнерам, які за великим рахунком не мали і ще теж не мають своєї власної сильної стратегії щодо Чорноморської безпеки. В Чорному морі ми маємо цілих, цілих три. Держави, які є членами НАТО, а стратегії чорноморської безпеки у північно-атлантичного альянсу на цей момент немає. Були ідеї, в тому числі підтримані свого часу Україною про створення флотилії НАТО такої спільної всіх країн, принаймні чорноморських країн, і не лише чорноморських. От, є, як ми знаємо, конвенція Монтр, яка регулює е пересування вхід і вихід да, з Чорного моря для країн, для флотів, для військових кораблів. А не, не чорноморських країн вони не можуть перебувати там більше ніж 20 днів, але можуть можуть робити ротації. І тут треба віддати з одного боку належне Туреччині, яка перекрила босфор після початку війни для російських військових кораблів, які ще зараз перебувають в Середземному морі, там береги Сирії. І так далі не можуть зайти в Чорне море і укріпити російський чорноморський флот, зміцнити його, в тому числі, ракетами, в тому числі крилатими. От з одного боку, але з іншого боку, туреччина от цій зерновій справі, ну себе теж намагаючись бути посередником, себе теж не дуже послідовно показує, дозволяючи фактично контрабанду краденого українського зерна краденого росіянами на щоб вони це краде кораблі з краденим зерном використовують портову інфраструктуру Туреччини і фактично отримують від них таку ну небезпекову а господарську чи економічну ну, допомогу сприяння обслуговування, там перевалка, якісь перевантаження і, 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 і так далі. І це в Україні викликає недовіру вже до. До Туреччини, як нашого партнера, саме в цій конкретній справі експорту зерна підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.